Стоп, чё за фонарь? Смотрите, видите? Видите? Походу, кто-то в машине есть, друзья, кто-то в машине есть, пытается фонарем привлечь внимание. И, видимо, привлечь внимание поезда, да? Ведь так? Так. Да, Dota Mix — это лучший сайт для выигрыша крутых сетов и морталок, курьеров и аркан. Уже выдано более 6000 аркан. Каждый день десятки тысяч игроков выигрывают здесь редкие предметы. А совсем недавно открылся новый режим Free Game, где можно бесплатно выиграть сеты, случайные вещи, арканы, а также бонусы. Заходи и выигрывай на Dota Mix. Ссылки в описании. Всем привет, дорогие подписчики, зрители, гости канала. Друзья, с вами по-прежнему Диман, и сегодня мы продолжаем выживать. Да, я жив, друзья, да, я спасся, но за эти 3 недели, по моим подсчетам, по-моему, 3 недели прошло, друзья. Пишите, если я не прав. Произошло многое. На нас напали, как только мы выезжали с поселка, друзья. Вот где-то вот здесь был взрыв нашего КамАЗа. Нас перевернули, и по моим подсчетам, но если я не ошибаюсь, это были какие-то военные люди, поэтому, друзья... Я не знаю, кто на нас положил глаз, и, по-моему, если я не ошибаюсь, вообще за нами следили. Поэтому, народ, как бы это печально не звучало, но, к сожалению... О, вода. Отлично. Так, как бы это печально не звучало, друзья, к сожалению, все погибли. Просто все. Нас расстреляли практически в упор. А затем на нас напали зомби. Я отбивался, я оставался последним в КамАЗе. И как только напали зомби, я успел убежать. Ну, а как раз таки военные отступили. Поэтому, друзья, сейчас я нахожусь именно здесь. А вообще, что я хочу понять, точнее, что я хочу сделать. Потому что я понял одно, мы не одни. И за нами, видимо, идет слежка за всеми выжившими. И походу нас истребляют. Я хочу нахрен свалить из этого материка. И поэтому, друзья, так, я обратно иду, надо в обратную сторону идти, наоборот. Так вот. И поэтому, друзья, я планирую добраться до вот этой, сейчас покажу вам, вот здесь, видите, это заброшенный аэропорт, и, возможно, там будет хоть какой-то самолет, на котором мы как раз-таки и попытаемся свалить нахрен. Так, это тачка, походу. Ой, это живая тачка, там люди какие-то. Может, это те уроды, которые за нами не следили как раз. Так, тачка живая вроде бы, но ей, видимо, не очень сладко. Так, ну, тут тоже что-то живое, походу, да? Но тоже как-то не очень сладко ему. Так, друзья, вообще, когда нас напали, я потерял все, я потерял и оружие, друзья, я потерял, конечно же, и некую часть своих запасов, поэтому, друзья, ну, некая часть, конечно же, сохранилась, но не вся, поэтому нам либо надо будет сейчас их пополнить, или же что-то как-то думать и что делать дальше. Так, смотрим, короче, друзья, высматриваем, что можно... Подождите, здесь уже, по-моему, поселочек какой-то, да, если я не ошибаюсь? А, стоп, подождите, вот здесь вроде бы въезд в поселочек. Давайте заедем. Так, народ, как-то все смутно выглядит. Тут никого вроде бы нету живых. Так, смотрите, у меня остался один пистолет по патронам. А, у меня еще молотов еще есть, я понял вас. Точно, у меня же есть еще бутылка, которую мы подобрали, мы можем ее поджечь. Так... По воде, по еде, вы видите сами, все прекрасно, картина ясна, да? Как бы маловато, этого бы недостаточно нам было даже и пару дней прожить. Поэтому давайте что-нибудь попробуем лутнуть здесь, да, как бы. Можно же было что-то найти. Пацаны, я что-то надыбал. Какой-то обрывок письма, может, это какая-то карта или это письмо от кого-то. Интересно, конечно. Также я немного лутнул коробочки, друзья, опустошил их. Посмотрите, что у меня есть. У меня теперь есть побольше воды, побольше еды. И я думаю, этого будет, ну, по крайней мере, немножечко достаточно. Хотя бы на 3 дня, я думаю, мы растянем все это продовольствие. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас тут еще есть, как бы. Так, не, ну тут, походу, все тухло. Давайте там, вроде бы, с другой стороны тоже что-то было. А, да, друзья, а дом? И в доме, по-моему, свет есть. А, ну давайте подойдем поближе. По мосту не хочу идти привлекать внимание, потому что я думаю, что все хреново и печально окончится, да? Подожди. Дружище, тихо, не падай, главное. Главное, не падай. Так, кепка мешает, но ничего страшного, друзья. Так. Стоп, чё за фонарь? Смотрите, видите? Походу, кто-то в машине есть, друзья, кто-то в машине есть, пытается фонарем привлечь внимание. И, видимо, привлечь внимание поезда, да? Ведь так? Так. Да, друзья. Кепка! Долбоёб. Жопы зашел.
Еще есть-то? Так-то тихо. Ах ты! Кепку сбили, друзья, мою кепку сбили. Ладно, хрен с ним, срать на нее. Так, нужно валить отсюда. Я не знаю, кто вообще, чё, кто ты? Девушка, вот девушка обнаженная. Ладно, хрен с ним, потом разберемся. Нужно валить отсюда. Тут много зомбарей. Я не знаю, чья это вообще тачка и что она здесь делает, но эта тачка, как вы видите, была подготовлена исключительно под зомби-апокалипсис. Ну и, походу, хозяин этой тачки уже уж точно к ней больше не вернется. Ой-ой-ой-ой. Тихо. Тихо, отлично. Так, погнали, друзья, погнали, погнали, погнали. Смотрите, друзья, она действительно была подготовлена под зомби-апокалипсис. Смотрите, какой тут двигла. Движок просто жесткий, V8, я так вижу, да, вроде бы. Менты, нормально. Но менты дохлые, по-любому. Или что? Ну да. Так, друзья, ну, короче, не знаю, чей это тарантас, но он будет мною пока что изъят. И причем он такой неплохой, да? А тёлка, по-моему... А, она угашенная, друзья. Вы посмотрите, она полностью сейчас курит сигареты. И, походу, не одну. И, походу, ей вообще классно. Я не знаю, что она будет творить потом. Мы ее пока что оставим. Убивать не будем. Но если она будет чудить или же превращаться в зомбаря, если она вдруг заражена, то мы ее, конечно же, загасим. Поэтому, друзья, пока что оставляем ее, в принципе, в живых, да? Она еще и раздетая. Я не знаю, друзья, угашенная всегда такая тупая. Ладно, особо. Кстати, она, походу, в этот, ну, в автомобиль залезла для того, чтобы спастись. И как-то пыталась привлечь внимание, но привлекала внимание только зомбарей. И слава богу, что я был рядом. А то бы, мне кажется, от нее бы ничего не, и не осталось. Так, ладно. Едем дальше. Как я и говорил, друзья, мы отправляемся сейчас в заброшенный аэропорт. Я валю нахрен с этого материка и попробую какой-нибудь остров или же другой материк найти. И попытаю счастье, ну... в жизни на другом конце мира, как бы, да. Ну, я не знаю, попытаемся ли мы вообще улететь отсюда, потому что если там не осталось никакого... Так, а вот взлетная полоса, чуть правее надо взять. Так вот, если там не осталось никакого, в принципе, самолета или же вертолета, то это будет очень печально. Но мне бы хотя бы один, пускай даже он будет не заправленный, я найду бензин. Я найду, отвечаю, бензин, потому что мне, ну, в поисках бензина не так уж сложно, чем в поисках вертолета. Так, ладно, смотрим, что у нас тут есть. Как бы на горе мы посмотрим все, в принципе. Ну, тухло, пусто. Пусто, тухло. Зомбарей пока даже не вижу. Может, они какую-то засаду устраивают, а? Было бы вообще неприкольно. Так, по бензу у меня полбака осталось. Это печально. Я думаю, мы доедем все же, да? Как бы тут немного... А, вот и зомбари побежали. Нормально. На звук двигателя сразу же и они прибежали. Вот твою мать, вот это вообще попадосик. Ладно. Ой, я вижу два... Вертолеты стоят. Ага, я вас понял. Значит, мы в правильном направлении, друзья, правильно едем. Так, 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 так. Тихо, тихо. Тут главное не врезаться. Главное, короче, друзья, особо не шуметь. Если же мы сейчас врежемся, то мы привлечем внимание не только зомбарей, но, мне кажется, и всех, кто здесь мог вообще быть... Кто вообще здесь проживал и кто находился. Так, давайте попробуем перепрыгнуть. Отлично. Зараза, шумлю сильно. Двигатель жестко мощный для такого. Так, вот можно проехать как бы... Ну да, здесь можно проехать. Ну на таком тарантасе можно везде проехать. Так, давайте мы, наверное, таки тачку здесь оставим все же. Если еще мы ее потом заберем, как бы, да? Так, давайте, давайте, пошли, пошли. Вот об этом как раз таки аэропорту я и говорил, друзья. Вот именно здесь мы, в принципе, можем себе что-нибудь найти интересное. Так, смотрите, здесь. О, воу, воу, друзья, я думал, ни одного вертолета не будет самолета. А тут до хрена всякого... всячины, друзья, да? Как бы прикольно, прикольно. Так, давайте посмотрим, что там наверху. Давайте сначала вертолеты проверим. А давайте, подождите, я бы хотел машину проверить. Есть там бенз? Если что, сольем именно дизель. Ой, да тут по фулу просто жесткие, они полные. Эти тачки, они полные по фулу, по бензу, друзья. И по... А, вот еще смотрите, друзья, тут много, кстати, канистров. Можно будет заправить. Мы можем слить дизель с вот этой вот махины. Угу. И куда мы ее засунем-то, если эти все самолеты и вертолеты на авиационном топливе питается. Какого хрена я вообще туплю, друзья? Вот ни хрена не поможет нам эта ситуация, если мы сольем бенз с машин, но надо что-то думать, друзья, надо что-то думать по-любому. Может разбодяжить как-нибудь? Хотя я разобьюсь, тогда пиздец всему. Но надо как-то не рисковать своей жизнью. Давайте посмотрим по вертолету, что есть что-нибудь. Так, стоп, 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 стоп. Давайте зайдем цивильно. Тихо. Отлично. Так, садимся. Блин, спрыгнул. Так, отлично, вот отсюда, я думаю, запрыгну, да? Все, все, ой, хорошо. Так, а что по...
Друзья, да этот вертолет вообще заправлен на все 100 и даже на 200. Вот это четко, друзья, вот это действительно четко. Я не знаю, кстати, какой из них использовать, либо вертолеты, либо истребители. Но на истребителях, я думаю, далеко я не улечу. Так, подождите, мод открылся старый, он вообще нам не нужен. Так, давайте мы допьем все, что у нас тут есть, доедим, что у нас остается, как бы, да? И, в принципе, в добрый путь, как говорится. Или что, может еще чем-нибудь тут полазим, посмотрим. Давайте, да, попробуем сейчас дома пролутнуть. Может что-то интересное, вкусное здесь есть. Но в любом случае я буду валить, друзья. Я буду валить, это 100% однозначно. Да господи, я не могу пройти. Че? Почему? Я почему? Чем я цепляюсь? А, голова, видимо, такая большая. А что мне делать? А что ж мне делать тогда, друзья? Ё-моё. Вот это прикол. Тихо. Главное не упасть, да, как бы. Надо думать, как-то спуститься надо. Народ, короче, я придумал, смотрите, будем сейчас прыгать на лестницу. Я думаю, мало ущерба у нас. Опа! Отлично. Ну, все просто супер, замечательно. Так, давайте посмотрим, что тут есть интересное на этой заброшенной... Ну, мне кажется, чьей-то базе уже, как по мне кажется. А там не знаю. Ну, здесь много всякого, всячины... На нем я точно не полечу. Тихо. С пистолета вообще стрелять не умею, друзья. Я потерял же, как говорил, все свое оружие и все... К пистолету вообще не привык. Вот серьезно, не привык к пистолету. Я знаю, что вы будете писать, типа, без прицела, все дела, друзья. Но если я сейчас поставлю прицел, будет вообще не эпично и будет как-то легко. Я не люблю легкотню, и когда мы играем в зомби-апокалипсис, все должно быть сложно. Поэтому прицел я ставить не буду, и не надо писать. Но хреново то, что мы потеряли наш пулемет, и поэтому нам тяжело сейчас дается стрельба с пистолета. Так, ладно, давайте посмотрим, там что-то есть. Ага. Ну там, видимо, все закрыто, да, я вижу. Есть два внедорожника, и я так понимаю, еще есть какой-то истребитель. А даже два истребителя. Круто, 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 друзья. Вот я знаю, что... Но я не понимаю, чье это и кто здесь это бросил. Как бы добро, оно, в принципе, такое неплохое. Согласитесь, какие-то полные баки грузовиков, внедорожников, я тоже думаю, тоже полно. Много бенза, и, кстати, еще и вертолеты заправлены. Чего это? Мне вот непонятно. Неужели это тех уродов, которые на нас напали? И, по-моему, эта база, ну, может быть, даже какая-то вот переходная у них. Или же какая-то вторая, по сути. И они здесь хранят, ну, более-менее такие отходные пути и варианты отхода. И может все быть, но я не знаю. Я лишь могу только предполагать, но... А могу быть, конечно же, и не прав. Ладно, друзья, давайте, наверное, таки сворачивать ноги отсюда. Если что, будем знать, что здесь можно вот так вот пролутнуться, если что вдруг. Но вроде бы как по еде, по питью и по припасам не особо здесь богато. Но зато есть много всякой техники, на которой мы можем, в принципе, отправляться, куда нам вздумается. Так, ладно, друзья, я, наверное, таки возьму этот вертолет здесь очень... Ой, упал, зараза. Осторожно. Так, я возьму этот вертолет, потому что он был заправлен, ну, практически на все 200%. Друзья, вы же видели, да? 1.63 по баку. Так. Да, 1.63.8, почти 1.64, друзья. Я его беру и отправляюсь. Честно сказать, не знаю, я хочу пролететь вот эти вот места и вот эти места. Может, какие-то острова есть, друзья. Может, что-то подходящее как раз-таки под нас есть. Но, скорее всего, я буду лететь вот именно вот в этом направлении, потому что здесь можно, в принципе, будет потом заправиться, если вдруг у нас кончится авиационное топливо. Потому что здесь я видел пару самолетов, помните, да? Я оставлял как раз-таки вот тут один был. И в нем было, ну, чуть-чуть топлива было. Поэтому, если что, вдруг мы на этом топливе вернемся обратно и сольем абсолютно все топливо, которое остается именно здесь, на вертолетах и самолетах. Поэтому, друзья, отправляюсь я в сторону города, буду искать какие-нибудь острова, ну или же отправлюсь на материк. А вы тем временем сейчас просто поставили лайк для того, чтобы вышла следующая серия. Всего лишь давайте наберем 3000 лайков. А также, друзья, пишите в комментариях положительные отзывы и, конечно же, для того, чтобы попасть в топ-коммент, потому что на протяжении всего видоса вы видели именно такие всплывающие сообщения от моих подписчиков, это комментарии, то пишите как можно...
бомбезный, какой-то лучший комментарий. И самое главное, чтобы он был много залайканным. Потому что если он много залайканный, то получается он выше всех остальных. И тем самым я его вижу впервые, ну точнее впервые, чем предыдущие какие-то там, у которых нет лайков. Поэтому, ну, какой-то такой вот лайфхак я вам привнес. Ну а также, друзья, пишите, что мне делать дальше. Видимо, нужно что-то думать, что-то решать и что-то предпринимать. Я, в принципе, отправляюсь искать какие-то острова, но, скорее всего, может быть, даже отправлюсь в какой-то другой город. А вы обязательно пишите, что мне делать. Предлагайте свои варианты для выживания. Предлагайте, пишите, где можно раздобыть авиационное топливо, ресурсы и многое-многое-многое. Потому что, друзья, мне это сейчас необходимо. А я с вами прощаюсь. Всем удачи и обязательно подписывайтесь на канал. С вами был Диман. Я еще живой и я буду жить и буду вам... конечно же, снимать такие крутые видосы. Всем пока, ребят!